Прошло уже достаточно много времени с тех пор, как случилось то жуткое наводнение, но я все никак не могу его забыть. А вернее, забыть то, что произошло со мной в те кошмарные дни. Там вообще много всего было. И мародерство, и несчастные случаи. Одного мужчину и вовсе нашли повешенным в собственном доме. Объяснили это тем, что человек просто растерялся и спросонья не смог найти выход в темноте. Но лично меня затронуло кое-что другое. Нечто таинственное и неизведанное. Об этом и пойдет мой рассказ. Пожалуй, начну с того, что никто не предупреждал людей о надвигающейся трагедии. Нашу дамбу, которая должна была сдерживать паводковые воды, прорвало, и лично я узнал об этом совершенно случайно. Вышел прогуляться в солнечный апрельский день, поподтягиваться на турниках и закупиться чем-нибудь вкусным в магазине. А тут откуда ни возьмись подъезжает пожарная машина, и МЧСники по громкоговорителю сообщают. Жители поселка Строителей, будьте готовы к эвакуации. Никелевская дамба повреждена. Ваш район находится в зоне затопления. Помимо этого, где-то вдалеке послышался звук завывающей сирены, которую в нашем городе обычно включали только в учебных целях. И тут меня как холодной водой окатило. Это что, какая-то шутка? В смысле эвакуация? Куда? На эти вопросы я решил найти ответы в интернете и тут же полез в группу, где обычно выкладывали новости нашего города. Но и там все молчали. Пришлось с тревожными мыслями идти домой и думать о том, что делать дальше. Скажу сразу, я не являюсь паникёром и привык тщательно взвешивать каждое свое решение. По факту, ехать мне было некуда. Родители жили в другой стране, а из друзей у меня был лишь кот Басик, рыжий прохиндей, которого я никак не мог оставить одного. Да и квартир в нашем городе было не так много для съема. Поэтому я принял для себя решение никуда не уезжать и остаться дома. Питьевой воды у меня было много, целых две баклажки по 20 литров каждой. Еды, что для меня, что для моего другана, тоже хватало. Оставалось только запастись всякими гигиеническими принадлежностями, а также отогнать машину из гаража. Куда-нибудь на горку желательно. И да, когда я выполнял второе задание, мне пришла в голову мысль захватить с собой лодку и всякие рыбацкие принадлежности, типа резинового комбинезона, налобного фонаря, веревки и так далее. Небольшой спойлер, в будущем мне все это очень сильно пригодилось. И не раз. Но обо всем расскажу по порядку. В общем, в тот день, когда жители нашего района предупредили о надвигающемся наводнении, все еще было нормально. Люди ходили по делам, мирно гуляли, а магазины продолжали свою работу. И никому не верилось в то, что вода уже вовсю стачивает стены хлипкой насыпи и начинает потихоньку приближаться к нашему городку. Ситуация изменилась только на следующий день, ближе к вечеру, когда я пришел с работы домой и начал готовить ужин. На улице было еще светло. Дети гоняли мяч на футбольном поле, бабушки сидели у подъездов и что-то активно обсуждали, а мужики, собравшись в небольшой беседке, играли в домино. И все вроде было нормально, до тех пор, пока из открытой форточки до меня не стали доноситься крики людей. Выглянув в окно, я оцепенел. Мутная вода накатами начала активно поступать на территорию двора, затапливая все на своем пути. Поначалу ее было не так много, и кто-то даже продолжал оставаться на улице, но потом обстановка в разы ухудшилась. Машины, припаркованные рядом с домами, уже не могли выехать, так как уровень воды поднялся где-то до капота. Людям же, которые были далеко от своего подъезда, пришлось забраться куда-нибудь повыше, чтобы не промокнуть. Сразу после того, как начался весь этот хаос, электричество, воду и газ отключили у половины города. Хотя кто-то говорил, что газа уже к обеду не было, но поскольку у меня дома стоит электрическая плита, мне об этом было неизвестно. Не помню, сколько я так стоял у окна и залипал на все это безумие, но зато помню, как мое внимание привлек крик одного мальчишки. Он залез на горку и не мог добраться до дома, так как воды кругом с каждой минутой становилось все больше и больше. А она, напомню, была ледяная, и даже взрослый, подготовленный человек не мог в ней долго находиться. Не говоря уже о детях и братьях наших меньших, которых, к слову, тоже пришлось вытаскивать из этого огромного болота. Недолго думая, я надел забродники, вытащил резиновую лодку на первый этаж и стал ее надувать.
Хорошо, что она была почти новая, без дыр и швов. Пускай небольшая, двухместная, но все же это лучше, чем ничего. Уже через 15-20 минут я плавал по своему району и спасал всех, кто нуждался в помощи. Вместе с МЧСниками, разумеется. Эти ребята просто лучшие. И кошек с деревьев доставали, и людям помогали эвакуироваться. Некоторых прямо из окон первых этажей пришлось вытаскивать, потому что уже спустя часа 2-3 вода была на уровне с домофоном, и выбраться из подъезда обычным путем не представлялось возможным. Так весь вечер и почти всю первую ночь мы и провели, помогая людям и животным спастись из водяного плена. Весь последующий день оказался весьма необычным. Мало того, что все тело болело, будто я не вылезал из качалки целую неделю, так еще и помыться было толком нельзя. Радовало одно – на работе выдали оплачиваемый отпуск, а значит, можно было остаться дома, отдохнуть и позаниматься своими делами. Хотя какие могли быть дела в такой кошмарной обстановке? Из-за отсутствия воды даже посуду после вчерашней готовки невозможно было помыть. А уж про уборку в квартире, туалет и грязную одежду я и вовсе промолчу. Из плюсов куча свободного времени и вид на собственную Венецию из окна, где пока еще было многолюдно. Ключевое слово «пока». Хватило буквально полтора-два дня, чтобы эвакуировать всех желающих с нашего и соседних дворов, а потом весь район опустел, превратившись в затопленную территорию с панельными многоэтажками. Да, эвакуировали не насильно и далеко не всех. Люди, не желающие покидать свои квартиры, остались охранять нажитое имущество. Остальное же большинство разъехалось кто куда, ожидая, когда все это безобразие закончится. Лично в моем подъезде помимо меня находилось еще двое жильцов. Баба Валя с пятого этажа, которая просто обожала животных и подкармливала всех, кого только можно. И дядя Володя. По-моему, на восьмом живет. Алкоголик со стажем, но сам по себе мужик отличный. Также помню, что из соседнего подъезда не уехали только две бабулечки. А что было в девятиэтажке, стоящей перпендикулярно нашей, понятия не имею. Но судя по мертвецкой тишине во дворе и отсутствию людей в окнах, дом тоже пустовал. Это я все к чему. Не прошло и недели, как по городу поползли слухи о мародерах, что вскрыли магазин «Пятерочка» всего в паре кварталах от моего района. Также эти нелюди обчистили частный дом, хозяева которого были вынуждены уехать в другой город. Просто подплыли на лодке и крикнули: «Есть кто живой?». А когда услышали в ответ тишину, то сразу осмелели и полезли внутрь, наживаться на чужом горе. После всех этих новостей люди не на шутку встревожились и стали думать, как бороться с этим мерзким явлением. Я тоже был в их числе, несмотря на то, что находился в своей квартире на четвертом этаже. И был в относительной безопасности, за двумя железными дверьми. Просто как мужчина я не мог позволить, чтобы в моем доме, на моей родной улице шастали всякие маргиналы и обкрадывали бедных людей, и без того хлебнувших горя. В общем, после этих инцидентов был создан чат, где люди стали обсуждать данную проблему и делиться своими советами. Большинство жителей пришло к мнению, что на полицию рассчитывать не стоит и нужно организовать патрулирование районов. Вот только добровольцев со своими лодками было не так много. К тому же, ночью присутствовала опасность столкнуться с вооруженными мародерами, поэтому эта работенка оказалась посильной не для всех. Как вы уже, наверное, догадались, я был среди тех, кто отважился вступить в так называемую народную дружину. Лично в моем дворе больше таких смельчаков не нашлось, и потому мне пришлось в одиночку плавать на лодке и наблюдать за обстановкой. Про одну из таких жутких ночей я и расскажу вам далее. Как сейчас помню, то была пятница. Проснувшись с утра и приведя себя в порядок, я решил выбраться в город за продуктами и заодно послушать интересные слухи. Телефон-то у меня был разряжен большую часть времени, и потому единственным источником информации по сути являлись люди. Доплыв до суши и сев в ближайшую маршрутку, я доехал до центра, а затем двинул на рынок, где обычно закупался дешевыми и качественными продуктами. И вот вроде как в мясном отделе мне случайно довелось подслушать такой интересный разговор. Двое мужчин лет за 50 обсуждали затопленное хозяйство. Я так понял, у одного из них был небольшой домик с домашними животными, курами, поросятами и даже теленком. Мужик рассказал, что ему удалось спасти их от воды, но когда он приплыл туда пару дней назад, чтобы всех покормить,
то чуть со страха в обморок не упал. В сарае на сухом деревянном полотне, где находились животные, было кровавое месиво. Их несъедобные останки плавали в воде, а тела отсутствовали. Словно какой-то свирепый дикий зверь наведался в гости. Вот только кто это мог быть? Никаких волков и уж тем более медведей у нас отродясь не водилось. И это, напомню, в оживленном городе, хоть и затопленном. И да, кругом была грязнющая ледяная вода. Ни один хищник не смог бы вот так пробраться на участок и сожрать всех за один заход, даже самый голодный. Ну а люди такой фигней заниматься бы точно не стали. Зачем кромсать бедных животных, когда их можно просто украсть и потом впарить кому-нибудь подороже? Короче говоря, этот разговор дал мне пищу для размышлений, и я продолжил закупаться продуктами, попутно рассуждая о том, кто мог сотворить подобный ужас. К слову, тот случай оказался далеко не единичным. Стоило мне только зарядить телефон в одной кафешке и зайти в Телеграм, как на меня тут же обрушился шквал негативных новостей. В затопленных районах все чаще стали находить растерзанные трупы животных, в основном бродячих собак и кошек. Но были и ситуации, как я описывал выше, с домашними курами, поросятами и так далее. Все это было очень странно, учитывая тот факт, что подобных происшествий в нашем городе еще никогда не было, по крайней мере, до потопа. Весь оставшийся день до вечера я только и делал, что мотался по магазинам и развлекал себя как мог. В квартире без электричества ловить было все равно нечего, а так присутствовало хоть какое-то разнообразие. Жаль только, что домой пришлось вернуться пораньше, так как сегодня мне предстояло ночное дежурство во дворе, и нужно было успеть все подготовить до наступления темноты. Хорошо, что неподалеку от нашего затопленного района дежурили МЧСники, хоть лодку было где пришвартовать. Домой добрался в начале 8 вечера. На улице было еще светло, когда я подплыл к своему подъезду и стал пробираться внутрь него. Сперва по решетке залез на крышу крыльца, а затем и прямиком в окно второго этажа, к почтовым ящикам. Только таким способом можно было попасть в дом, так как подъездная дверь была уже почти полностью затоплена, а водолазного костюма у меня, к сожалению, не было. К тому моменту, как я доделал все свои дела и был готов выдвигаться, за окном уже полностью стемнело. Потушив свечи и надев налобный фонарь, я попрощался с Басиком, а затем двинул обратно на второй этаж. К выходу. Максим, лодка все это время ждала меня у подъезда, следите, прямо как машина, припаркованная где-то на стоянке. Я не переживал касается. За то, что ее кто-то можешь угонит, потому как во дворе, что днем, что ночью, не было ни одной живой души. Только птицы сидели на крышах опустевших домов и наблюдали свысока за очередной ошибкой человека. Стоит уточнить, что ночью в окружении холодной воды было довольно свежо. И это несмотря на то, что я надел на себя термобелье, штаны с кофтой, куртку, а также рыбацкий комбинезон, без которого выходить из дома не было никакого смысла. Так что приходилось постоянно двигаться, чтобы не замерзнуть и не подхватить какую-нибудь пневмонию. В первую очередь я поплыл к своему гаражу, посмотреть, как там обстоят дела. Все было весьма печально. Из воды торчала одна лишь крыша, и мне даже было страшно представить, что творилось там, внутри. Мысленно похоронив все свои банки с оленями, которые стояли в погребе под гаражом, а также палатки, теплые вещи и прочий нужный хлам, я направился в соседний двор, где жила моя тетя. Там тоже дежурили люди у подъездов, и каждый раз, когда я проплывал мимо кого-то, мне приходилось освещать свое лицо и представляться. Это было что-то вроде верификации, которую придумали жильцы для борьбы с воришками. В целом, в том районе я пробыл недолго, и после небольшого разговора с одним хорошим знакомым двинул обратно к своему подъезду. Только на этот раз выбрал другой маршрут. Он пролегал через задний двор дома, что стоял перпендикулярно моему. Там начинался лесопарк, в котором мне очень нравилось бегать и прогуливаться по выходным. Вот как раз в этом месте я впервые и заметил кое-что странное. В какой-то момент в воде метрах в 50 от меня плюхнулось что-то большое. Сначала я было подумал, что эта ветка с дерева упала, но спустя несколько секунд звук снова повторился, только уже ближе. Я сделал фонарик ярче и стал всматриваться в темноту между деревьями, но ничего разглядеть так и не смог. «Эй, кто здесь? Выходи, чё ты там прячешься?» — крикнул я вслух, чтобы хоть немного подбодрить себя.
Вроде как получилось, но небольшая тревога все равно присутствовала. Наверное, из-за того, что кругом была сплошная темнота, а люди, которые могли мне хоть как-то помочь, остались далеко позади. Не услышав ответа, я поплыл дальше. Однако вскоре мне вновь пришлось обернуться, так как за моей спиной послышались жуткие хлюпающие звуки. И вот тут-то я охренел. Стоило мне только направить луч фонарика в сторону лесопарка, как за одним из деревьев буквально на секунду показался какой-то бледный силуэт. Увидев яркий свет, нечто тут же скрылось из виду. Ну а я же прямо как профессиональный спортсмен по гребле на всех парах рванул к своему дому, периодически оглядываясь назад и рассматривая мутную гладь воды. Никаких неприятностей на пути к моему подъезду больше не происходило. Я не слышал ни всплесков, ни хлюпающих звуков. Казалось, что и то человекоподобное существо тоже осталось далеко позади. Но не тут-то было. Сразу после того, как я залез внутрь подъезда через окно второго этажа, откуда-то снизу послышался тяжелый скрип. Кто-то пытался открыть затопленную домофонную дверь. Кто-то, кто, по всей видимости, все это время находился под водой и следил за каждым моим шагом. Спустя несколько секунд металлическая преграда все же поддалась, и из тамбура донесся странный клокочущий звук. В тот миг я, на удивление, быстро смог сориентироваться, невзирая на животный страх, что буквально за мгновение охватил меня целиком. Шуметь было категорически нельзя, ибо до моей квартиры оставалось еще целых два лестничных пролета и металлическая дверь, которую нужно было еще успеть открыть. Поэтому вариант с быстрым прорывом к себе домой я тут же отмел и остановился на более реалистичном – тихонько сныкаться и переждать. Наверное, именно это впоследствии и спасло мне жизнь. Стоило лишь зайти в закуток, где находился мусоропровод, и спрятаться за трубой, как в паре метрах от меня показалась невысокая гуманоидная тварь, ползущая на четвереньках вверх по лестнице. Несмотря на то, что в подъезде было темно, как в пещере, я смог ее разглядеть, так как к тому моменту мои глаза уже почти полностью привыкли к темноте. Морда у этого существа была как у крысы или летучей мыши, не знаю, что-то между, а вот тело почти идентично человеческому. Единственное, что отличалось, так это длиннющие пальцы на руках и ногах и сильно сгорбленная спина, которая, видимо, не позволяла монстру полностью разогнуться и ходить на задних лапах. По запаху все было совсем печально. Тина вперемешку с гнилью, как будто утопленника на берег выкинула. Еще хорошо, что я не блеванул прямо там, а то это было бы совсем фиаско. Вскоре существо уползло куда-то наверх, хлюпая своими мокрыми конечностями. Ну а мне же больше ничего не оставалось, кроме как набраться смелости и двинуть вслед за ним. Однако, я был бы не я, если бы не накосячил в самый ответственный момент. Когда мне оставалось дойти буквально пару метров до двери моей квартиры, у меня из рук случайно выпала связка ключей. В тот же миг с этажа эдак седьмого послышался ужасающий визг, а за ним и быстрые приближающиеся шаги. Вот тут-то и настал час икс. Подняв ключи, я молниеносно открыл дверь и забежал внутрь тамбура, заперев за собой замок. Еще бы чуть-чуть, и монстр меня настиг, но, слава богу, в этот раз судьба надо мной сжалилась. Не прошло и 10 секунд, как на железную преграду обрушились чудовищные удары, но меня это уже не волновало. Я был у себя дома, в своей крепости, рядом с отважным котом Басиком и двустволкой, лежащей в сейфе с кучей патронов. Как я сказал ранее, прошло уже достаточно много времени с тех пор, как случилось то жуткое наводнение. Совсем скоро вода ушла, разрушенные районы стали постепенно отстраиваться, а люди вновь вернулись в свои квартиры. И уже не было того страха, какой был в первые дни после той жуткой встречи. Однако впредь больше на местные речки и озера я плавать не хожу. Ведь, как мне кажется, именно оттуда та дрянь попала в наш цивилизованный мир. На рыбалку я, кстати, тоже перестал ездить. Хобби, знаете ли, много, а вот наша драгоценная жизнь одна. Mm-hmm.